Казахстан на первом месте по эпидемии, пневмонии, коронавирусу. В данном учреждении находится 800 человек. Вот записывают у людей температуры, у людей давление. Люди себя плохо чувствуют, стоят на вот такой вот жаре по часу. Вот, смотрите, довольный сотрудник. Снимает нарушителей. Вот, абсолютно не знает ни конституцию, ни законы, ни уголовно-исполнительный кодекс. Вот. Вот вам, пожалуйста. Вот сотрудники учреждения нарушают все санитарные приказы, ходят в учреждение и на камеру снимают больных, которым не выдают медсанчасти ни лекарства, ни осмотр, ничего не делают. И ходят, оформляют нарушения. Соответственно, после этих всех нарушений они вызывают к себе и различными методами пытаются, так сказать, вымогать. Вот смотрите, это надзиратель, представитель режимного отдела. Вот сегодня 13 число, для них нету ни масок, видите, стариков. Вот снимает он, довольный. ВИЧ-инфицированных, больных, хромых. Ходят, фиксируют. Сами нарушают закон, без маски, без ничего. Уже на протяжении 3-4 месяцев вот так вот в учреждение они ходят. Абсолютно никаких средств нету, абсолютно никакого, они не страхуются, им все равно, они ходят в этих масках, без масок.